На каком этапе находятся работы по благоустройству привокзальной площади? Сегодня проверила глава городского округа Юлия Купецкая. На данный момент привокзальная площадь приобретает завершенные очертания. Сформированы будущие клумбы, плиткой выложены тротуары и сама площадь. Закончилась установка бордюров, а также заасфальтированы частично подъездные пути. Кроме того, завершается установка памятника Дмитрию Донскому и Владимиру Храброму. Юлия Купецкая обсудила с представителями подрядной организации ход дальнейших работ. В ближайшее время они обещают залить стенки фонтана, установить и подключить опоры освещения. Напомню, что до конца недели в связи с ремонтными работами на пересечении улиц Ворошилова и Советской отключен светофор. Это необходимо для того, чтобы установить необходимые знаки дорожного движения и новые светофоры, поскольку на привокзальной площади будет организовано круговое движение.